Привет, это 55-й выпуск Best Replay, с вами Бани Вур, и прежде чем мы перейдем к донатерам, хочу в качестве вступления обратиться ко всем занудам, конючащим и ноющим из выпуска в выпуск. Почему стример не знает, на каком тире у этой какой-то расы строится какой-то юнит или делается какой-то грейд? Почему он не заметил того или этого? Почему он не сказал то или это? Послушайте, ребята, эта рубрика никогда не позиционировалась как научно-познавательная передача про Warcraft. Мы здесь просто угораем над забавными, над необычными, неординарными демками или откровенно наркоманскими играми. У нас нет цели просветить вас и раскрыть все детали и нюансы противоборства двух сторон. За подробной аналитикой и скучным конючением вам, пожалуйста, идите к Пуху, идите к Хавку, идите к Фогге, идите к Хэппи. В конце концов, слушайте Майкера. Эта рубрика не про аналитику. Запомните это раз и навсегда. И я, как стример, уже давным-давно не играю в Warcraft. Да, я много ошибок допускаю. Да, я частенько оговариваюсь. Да, я не подмечаю каких-то нюансов. Но, во-первых, в целом картину боя я передаю абсолютно правильно за счет опыта. Во-вторых, да, происходит, конечно, определенное падение там формы и знания, потому что я не играю в Warcraft. А не играю в Warcraft я именно из-за вас, мои дорогие зануды. Потому что когда-то именно вы начали конючить мне, что вот, стримы по Лолу, отстой, стримы по Rocket League ужасны, вернись к истокам, начни снова с нуля, верни старую аудиторию, тебя будут смотреть, мы будем тебя смотреть. Ну и что же произошло? Я где-то в середине прошлого года вернулся в Warcraft. Я потратил огромное количество энергии, времени и сил. Я буквально со скрипом, с болью и с потом учился играть заново. В матчах 2 на 2 сева я изучал билдодеры, я учился мультитаску, я отрабатывал тактики постановки быстрого экспанда, тактики постановки позднего экспанда, тактики там игры через одну ферму, через нейтрального героя. Я тратил огромное количество времени вне стримов, чтобы оттачивать микро, для того, чтобы тренировать окружение, для того, чтобы учиться управлять армией. И что же я получил? 20 зрителей в прайм-тайм по Варкрафту. 20, Карл, зрителей. Как только я восстановил форму, как только я добился первых результатов, как только пошли первые победы с Севой, как только моя игра не стала вызывать кровоточение из глаз, зрители, именно вы, дорогие зануды, куда-то делись. И их не стало. Соответственно, все это было впустую. Поэтому сейчас я в Warcraft не играю. Я комментирую из инактива только на остаточных знаниях и на опыте, поскольку Варкрафтом в общей сложности я занимаюсь уже, наверное, большую часть своей жизни. Поэтому, пожалуйста, идите ныть на другие стримы, на другие каналы. Если вам что-то не нравится, идите лесом. Это про фан, про угар, про стёб, про глум и про веселые сюжеты. Все. Я думаю, на этом закрыли тему, и сейчас будем благодарить наших прекрасных саппортов. Меценатами выпуска стали Артем Сорокин, сотку закинул, спасибо за качественный контент. Welcome, Артем. Паша ВЦ3, 300 рублей отправил, 44 левел орк на БНЕТ в 2004 году. Кстати, это неплохое достижение. 2004 год и 44 левел. Я помню, что я, ну, где-то 32-33 максимум брал. Не думал, что в 2018 буду смотреть реплей ВК3, а вот оно как. Я очень рад, что возвращаются олдскулы. Ну, по крайней мере, может быть, не серьезно возвращаются в игру, но забегают к нам на огонек, потому что те, у кого с Варкрафтом связаны теплые ностальгические воспоминания, те, у кого игра вызывает эмоции, они просто не могут ее бросить навсегда. Они в любом случае будут что-то смотреть и получать, добывать эти самые ощущения приятные и сейчас. Так что, Паша, прошу приятного просмотра и рад, что олдскулы тоже нас наблюдают. Доктор ЛК 2005, 300 рублей, молча закинул, потому что
Врачи должны быть молчаливыми. Меньше слов, больше дела. Ну и еще напоследок донат в 1500 рублей от Слава у Карины. Намек понятен. Шутку и каламбур поняли, приняли, оценили. Смешно. Все, спасибо вам, ребята, большое за поддержку, потому что именно благодаря вам выпуски вообще выходят, а иногда выходят в два раза чаще. Приступаем к просмотру реплуса. Итак, что тут у нас? У нас здесь Катабр рандом против орка. Против орка. Как его зовут, пока не знаю. Сейчас познакомимся. Азд. Ну, сразу видно, человек заикается. Он хотел назвать себя АСД, но немножечко, ну, как обычно, этот дефект возобладал над желанием написать правильно. Окей. Два орка. Готов к раллову. Два орка, ребята. Что нас ждет в матчапе двух орков? Конечно же, полный пацифизм. Заикающийся СД будет крепиться, так же, как и Катабр. А потом они встретятся где-то, вы знаете, вот на тир 2, возможно. И начнется бесконечная битва под эмпатией, под СХ с хилами, где никто не будет умирать. Это орочий матчап, бессмысленный, беспощадный и без смерти. Хотя вот здесь Барсик. АСД. Мистер Заика нанял Барсика. И тут Барсик. Ого. А это не снова ли патча, ребята? Что-то барсиководов на моей памяти в старых патчах не было практически. Ну, мог один, конечно, взять в качестве исключения, там, попробовать застроить с Фаерлордом или Нагой. Но чтобы двое заказали провидца грядущего, форсира. А, нет, там Блейд. Блейд. Подождите, что такое? Ну, я точно помню, что там была морда форсира. Быстрый тэч. И, а вот здесь точно форсир. Быстрый тэч, это мы знаем. Это могут быть или быстрые виверны, или виверны. Дорогие эстеты высоколобые, идите лесом. Я буду называть их виверны, потому что привык так. Так, провидец грядущего. А тут все-таки Блейд. Подождите, ну я же видел Барсика. Неужели я сам отсношал себя в глазницу? Такое не может быть. Не может быть. Там была морда, портрет форсира. У красного. Ну, бог с ним, ладно. Тем интереснее. Ну, этот матч обещает быть, конечно, более увлекательным, чем обычное противостояние орков. Блейдмаста начинает аннигиляцию буровсов. Напомню, что лесопилка здесь построена, и синий орк вышел в фаст тир 2. Для чего? Для того, чтобы нанять быстро второго героя из таверны. Я думаю, что, скорее всего, это будут все-таки, это будет застройка. Об этом нам говорит лесопилка красноречиво, да? Такой прозрачный намек. Что это будут, скорее всего, вышки, застройка. Ну, есть такая стратегия. Может быть, в виверны. Ну, короче, посмотрим. Что делает красный орк, непонятно, но сразу началась контактная игра, в которой, конечно, у Барсика нет шансов на открытой местности. В чистом поле Блейдмастер его будет гонять своей огромной заточенной катаной по всей карте. Ну и плюс Блейдмастер, видите, уже отменяет синему орку 2 борлс. И сейчас это тоже отменит вместе с Грантом. Биты Блейд, но... Биты Блэд, там у меня, да, вибрирует телефон, я забыл его взять в руки. Ой, Блэд аккуратно ходит, Виндволк теряет Гранта. Блин, друзья, секундочку. Да, видимо, Маша не понимает, что означает фраза «я буду занят в ближайшие 2 часа». Она, наверное, думает, что занятой человек обязательно может общаться по мобильному телефону еще параллельно со своей деятельностью.
Так, идет атака ответная, пока я бегал за телефоном. Синий орк тоже перешел в контрнаступление. Блейд бит, и у него есть две замазки. Этого вполне хватит для того, чтобы жить безбедно. Но теперь ему нужно время на то, чтобы восстановить ХП. А, соответственно, Катабр будет, ну, тоже в ответ напрягать, пока Блейд лечится. Гонять Блейда нет смысла. Вообще никакого. Экзистенциального. Сейчас при первом же винволке он отхилится. Да, его тут особо и не догнать. Так, там грейд на тир 2. Здесь уже тир 2 закончился. И сейчас очень важный момент. Кто это будет? Слушайте, ну виверны против орка фаст могут закатить. Но только если орк идет в шаманов. Ну, в кого-то из обители духов. Потому что, ну, быстро построить, подстроиться и наштамповать бетрайдеров, я думаю, он сможет легко. А здесь никакого хараса, никакой застройки, точнее, не будет. Харас-то был, но он такой, не очень эффективный. В отличие от АСД, Катабр не смог нанести существенного урона своему сопернику. Здесь Shadowhunter, классическая связка. Хекс, возможно, даже возьмет агрессивно. Ну, то есть Барсику здесь будет очень тяжело жить, поскольку Хекс-сетка будет регулярно превращать его в кусок гниющего мяса на зеленой траве. Дело сделано. Карты Twisted Meadows. Зверинец. Тоже лесопилка, к слову. И Крипинг. Дело сделано. Ну... В поздней игре Барсик в матчапе орк на орк не так эффективен, поскольку, ну, нет у него вообще никаких методов против Кости Сапрыкина. В данном случае Костей Сапрыкиным я называю Блейдмастера. Почему? Потому что чайник, ну, вообще бесполезен, поскольку у орка есть Shadowhunter плюс эмпатия, которая позволяет распределять урон по юнитам. Плюс гранты жирные. Ну, трудно будет чайником, это тебе не... Двухлимитные хуманские кастеры. Волки, скажете вы. Ну, волки диспелятся легко с перетволкерами теми же самыми. Да и не носят они особого урона, опять же, некому. А кто еще? Что? Ну, ясновидение у Барсика. Это вообще, в принципе, не спел. Правда, его сейчас сделали бесплатным абсолютно в новых патчах. Но не уверен, что и даже в этом случае его будут брать на каком-либо левеле. Кроме седьмого. Вот. Или восьмого. Восьмого, да. Восьмой, девятый, десятый. Да, вот восьмой левел, мне кажется. Как раз. Самое место для просветочек. Знаменитых форсировых. Короче говоря, чисто по героям. А вот у Барсика будут, естественно, огромные проблемы. Потому что Блейдмастер с девайсами, который будет наносить хилому, дохлому Барсику, одному из самых слабых героев в игре с точки зрения живучести, витальности, да, будет наносить ему кошмарный, просто исполинский дэмэдж. И Барсик должен жить постоянно на ингулах, постоянно на инвизах, и бог еще знает на чем. Думаю, что в дирижабле должен постоянно летать. Здесь тоже Shadowhunter и Катабр переходят в... Классическое противостояние, то есть я-то думал, что здесь будет какая-то застройка, я думал, что здесь будет какой-то такой, знаете, олыновый вариант стратегии избран. О-о-о, ну, рунные браслеты на продажу, кстати. Хотя... Да нет, на продажу. На продажу, да, все правильно. Здесь, собственно, нет кого ловить дэмэдж будет в этом противостоянии. Так что мои симпатии пока на стороне, ну, не симпатии, а именно мои ставки на победителя пока на стороне красного орка АСД. Как видим, оба соперника избирают идентичный состав армии, идентичные грейды. А тут нычка, опа, а вот это интересно. Так, имел ли хоть какое-то право, хоть какие-то основания ставить экспанд синий орк? Я вам скажу, нет, абсолютно никаких оснований он на это не имел. Потому что пока ты выходишь в экспанд, под деньги, которые сэкономил соперник,
на том, что не ставит свой ответный, он может вложить А в армию и запушить тебя большим лимитом, Б в технологии и запушить тебя более качественным лимитом. В тот момент, когда экспанд только-только достроится и начнет приносить первую прибыль. Не забывайте, что экспанд, помимо того, что он непосредственно достроился, он должен еще окупиться, ведь в него уже вложены определенные ресурсы. И для того, чтобы их отбить, должно пройти еще какое-то время. Так, что здесь? Ну, об этом экспанде ничего не знает АСД. Он полагает, что это будет классическая игра, там покопятся там, на 50 лимита, потом выйдет и встретятся на 80, и кто кому вломит, решит исключительно микроконтроль. Но не так прост наш маленький Катабр. Кстати, кельтоласские сапоги. Ах, как пожалел сейчас Блейдмастер, что не подождал под Виндволком. Хотя это обсерватория, и здесь просветка была бы наверняка. Облизываться только оставалось Блейду на эти кельтоласские сапоги. У него есть только когти и перчатки скорости, которые дадут ему определенно более высокий ДПС, но хочется еще каких-то девайсов Блейду на дэмэдж. Так, видит, что он сейчас контролирует, соответственно, Катабра. Видит, сколько у него лимита. Примерно 50 лимита насчитал, я думаю, старина АСД. Понял, что Гредена тир 3 нет. Это важный момент. То есть, какие мысли, да? Первое. Человек может копиться, вот как такая стиль Андеда, да? Копиться до... на 50 лимита сидеть, экономить золото, и потом разом выйти в какой-то там лимит 70-80 и пойти вот так. Второй вариант. Он должен, по идее, тогда запускать грейд, если этого не делать, если не копится. Должен запускать грейд на тир 3, ведь нужно куда-то вкладывать деньги. Либо он может ставить экспанд, но об экспанде, я напоминаю, АСД даже близко не помышляет. Даже не представляет, что там может быть такое. Блейдмастер очень, конечно, канифолит мозги синему орку. И это то, из-за чего он является еще один, да, такой пунктик в пользу Блейда. Поскольку вот так вот, вынося мозги пионом, он заставляет их сидеть в буровах, либо убивает, либо, короче говоря, разрушает экономику сопернику. Не позволяет ему добывать золото. Достаточно эффективно. Здесь что-то, видимо, из паники предпочел ретироваться Катабр. Но даже не из паники. Понятно, что Катабру, в принципе, сейчас не надо сражаться. У него заработала вот сейчас нычка. Только-только перевели туда рабов с мейна. И Красный Орк, судя по всему, тоже будет ставить свой экспеншн. Да. Ну, тогда, если стратегии идентичны, но у АСД экспанд более поздний, сейчас, конечно, все карты в руки Катабру. То есть у него нычка начала работать раньше, она принесет больше ресурсов. Правда, Блейдмастер немножко похарасил рабочих. Вы знаете, хоть нанимай... Кстати, вот идея просто купить, заказать в шаманнице, как ее там называют, Spirit Lodge, заказать одного тролля-знахаря и ставить перманентно по кулдауну глаз на своей базе против такого хараса. Ну, то есть в любом случае, конечно, Блейд прибежит, но тогда хотя бы рабочие в буровах будут наносить по нему дамаг. Такая идея. Конечно, может прибегать с просветкой, убивать глаз, может, но это хотя бы заставит его дополнительно тратить ресурсы. Tome of Experience. Четвертого левела Shadow Hunter. Но здесь от Shadow Hunter тоже многое зависит, поскольку в зеркальных матчапах, правда, здесь не совсем зеркальный, но тем не менее, я имею в виду не матчап, а именно стратегии. Конечно, очень важно, какого уровня у тебя Shadow Hunter, какие девайсы выпали. Пятый СХ, конечно, значительно улучшает шансы на победу. А здесь еще, посмотрите, и большой амулет маны, и костяные колокольчики, которые дают вампиризм орку. Короче, можно драться. Видит экспанд соперника АСД, принимает здесь бой, начинается лютый замес. Где Блейдмастер? Блейдмастер вовсю размахивает своей саблей. И... Так, минус райдер. И предпочитает уйти. Скроллов... Кстати, вот скроллы
здесь тоже очень решает, поскольку не лишняя, но милишная армия, и почти нет фокуса, и урон распределяется равномерно, еще под эмпатией, конечно, и очень, очень полезно покупать и свитки защиты, и свитки лечения. 70 лимита тем временем у Катабра, он уже начал реализовывать свой экспеншн, видимо, именно из-за численного меньшинства предпочел ретироваться господин СД. Ну, пока ничего такого не происходит, странного, необычного. Пока оба игрока действуют более или менее грамотно. Ну, АСД, кстати, а что там с нычкой было? Ее пытались взорвать. Там два белых пятна бегут. А, это волки так нахарасили, ничего себе. Кстати, а вот это открывает определенные возможности для Катабра. Как только Барсик станет пятым, волки станут невидимыми и, в общем, передадут привет Блейдмастеру. Это будут два заросших шерстью Блейдмастера, только вместо катаны у них будут очень острые когти и зубы. Но эффект будет не менее высоким. Они тоже могут здорово грызть и рабов, и здания. И в отличие от Блейда, они по кулдауну могут бегать. Начинается бой. Катабра больше. Хотя примерно нет, поровну их примерно визуально. А вот сейчас видно, что больше, да. Подошло подкрепление из трех кадоев сейчас, которые будут жрать, ну не знаю, кого-то, райдеров, грантов. Кадои голодные, поэтому им все равно, кем закусить в этой схватке. Ну и вот то, о чем мы говорим. Распределяется урон, и грамотный орк должен держать, кстати, Блейда в хексе. Это здорово, хорошая идея. И отводить битых юнитов, стараться как-то вот отконтролить этот момент. Ну вот он, самый скучный замес в Варкрафте. Орк на орк. Посмотрите, они, правда, еще умирать как-то умудряются. У профессионалов они вообще, в принципе, не умирают, поскольку красных битых отводят. Успевают все время подлечивать, успевают все время накидывать эмпатию. А тут все-таки смертушки проходят. Вообще непонятно. Ну, примерно поровну убивают друг у друга юнитов соперники. Идут лечения. У красного Шедухантера очень много маны. Напоминаю. И он старается отхиливать эти чайник-вейвы. Почему? Я не совсем понимаю, почему АСД не бросается на Барсика. Успел, кстати, подъесть кадоем Гранта. Почему он не кидает в Барсика сетку и не пытается просто зарезать его блейдом, я, честно говоря, не понимаю. Потерял 10 лимита, даже больше, это 15 лимита на этом сражении Катабр. И гранты, которые находятся в желудке у кадоев, исполняют свою последнюю святую миссию. Даже перед смертью, даже на смертном одре они все равно успевают послужить отечеству и выдать полезную разведывательную информацию. Правда, конечно, кровопролитная резня орков, она напоминает гражданскую войну, в общем, вызывает грустные эмоции, из-за чего могли поссориться два достопочтенных клана, совершенно непонятно. Совершенно. Возможно, какие-то теологические вопросы не поделили. Возможно, один клан, может быть, представитель одного клана обидел девушка другого клана и был объявлен джихад. В общем, непонятно, из-за чего могут сражаться орки. Возможно, кадой красных пасся на территории синих и объел всю их траву. Трудно предположить. Но это, конечно, печальное и тревожное зрелище. Почти пятый Дзюбей, почти пятый Зулабеп. И, к слову, это вот, наверное, определит, возможно, победу в этой игре. Мне кажется, с какого-то момента синему орку перестанет быть выгодным сражаться в лоб с красным. И нужно будет харасить волками невидимыми. Так, ну здесь тоже так, лимита 70 на вскидку. Шедохантер вылезает вперед. Ну, старается держать свой. Вот сейчас, например, включить Scroll of Speed, вбежать, ворваться в Барсика, который не окружен своими, стоит на отшибе, попробовать его убить через сетки. Не понимаю, почему этим не занимается красный, но минус уже два гранта. Кровопролитная битва, неплохо фокусят по грантам спиритволкеры, все под эмпатией.
И как-то да, как-то ДПСик это побольше у красного. 5-го левела Блейд уже пошли хорошие такие смачные криты. С девайсами, правда, не повезло в этой игре. Ну, может, опробовать надо выбить из красной точки что-нибудь выпадет полезное. Есть еще лагеря наемников, там могут быть когти легко выпадаемыми. То есть, вот такому Блейду не хватает, конечно, еще парочки когтей для счастья. Какого левела Барсик, интересно? Если 5-го, то я думаю, нужно тоже. Ну, вон они, волки побежали тоже в ответ. С ответным визитом любезности, да? Не ходите, пионы, в Африку гулять, да? В Африке акулы, в Африке гориллы. Ну вот они, волки, нашли сразу 4 красных шапочки и начинают вовсю отбирать у них пирожки. Инвул. И продолжаем харас. Ну да, я думаю, что абуз волками, он даже пострашнее будет, чем абуз блейдмастером. Заканчиваются рудники. Meanwhile, посмотрите, он расхарасил его на целую 1000 голды практически блейдом на мейне, потому что примерно на 1000 голды больше у Катабра. Ну вот что делать дальше? Мне кажется, нужны башни. Надо думать о втором экспанде. Правда, нет. О чем? Какой второй экспанд? Мы же вложились в армию. У нас экстра лимиты, у нас штраф по золоту. Плюс постоянно тратимся на подзаказ новых юнитов. Так что нет. Никаких экспандов не будет. О! А вот внял моему совету Катабр и вызвал знахаря того самого знаменитого. Поставил глаз. Приходит армия, тут инвул, но глаз, сетка. А есть у тебя ТП, товарищ ты мой дорогой. Второй сетки нет, Хекс. Утенок тоже довольно быстро бегает. Еще одна сетка. Инвул и на последний ХП. 9 ХП у Блейда, есть еще свиток. Надо бежать за ним. Неужели врубает Scroll of Speed сейчас красный орк. Пытается догнать Блейда, но тот издевательски убегает. Виндволк на 20 ХП. Вот это был фейл сейчас со стороны Катабра. Ну, у Блейда, наверное, вся жизнь перед глазами пролетела. Как он маленьким ковырял своей катаной землю. Как он играл в... помню, такая игра была. Я не знаю, ребята, у вас были такие игры во дворе? Или только у нас был такой одаренный двор? Мы играли в какую-то хрень, где нужно было бросать ножички и в землю, и там что-то, то, каким образом ты бросаешь нож, зависит от того, точнее, то, какую фигуру ты оставишь. То есть ты бросаешь нож в землю, короче, и оставляешь там какую-то боевую единицу. И то, каким образом ты его подбросишь, будет зависеть сила этой боевой единицы. Там першинги, королевские першинги. Какая-то такая хрень. Ты бросал этот нож. Если ты ему там просто бросаешь нож, взявшись за рукоятку в землю, это дохлячок. Его можно убить там только вот так. Ну, если любым способом. А если ты там с тройным сальто этот нож воткнешь в землю, то это там супер королевское говно, которое не убивается вообще никак. И нужно было вот этой вот армии допереть до базы соперника, убивая попутно все его юниты и, соответственно, уничтожить его базу. Ну, короче, это был фактически Warcraft, только в ножичке. Вот я думаю, что Блейд в такой играл в детстве. Ну, или околачивал этой саблей груши, кто его знает. Короче, Блейд вспомнил все, свою первую девушку, как он вынул другую саблю из ножен первый раз в жизни. И снова Блейд в опасности, отличные глаза стоят. Ну да, все, нужен ТП, Хекс минус Блейд. Работает стратегия. Молодец, Бонич, молодец. Я вообще не понимаю, зачем здесь было харасить при наличии такой большой армии соперника. Неужели он думал, что не догонит АСД поставить глаза? Так, есть у него 75 лимита и определенная голда. У Катабра тоже есть 70 лимита и тоже голда на нычку. И он уже ее даже ставит сейчас, видите, да, там внизу. Пока я рассказывал про першинги, орк перешел таки на другую базу. Я думаю, что здесь будет какая-то очень увлекательная, непредсказуемая, захватывающая концовка.
мне так кажется. Но это не точно. Нас атакуют. Развязка должна быть яркая. Сапоги скорохода. Бесполезный девайс, ну, на продажу. О! Напали. Смотрите, красный приходит к синему в гости. И сейчас снесет, конечно же, экспанд. Просто на халяву. Просто на халяву. В общем, надо, наверное, сейчас Катабру либо было нажимать сразу ТП. Но там опасно. Можно, конечно, получить люлей, поскольку Барсик будет уже без ТП. Либо бежать, да-да-да-да, на нычку к тому орку. Угу. Ну, посмотрите, как растянулась армия. Эту нычку он будет убивать довольно долго. Плюс, наверняка, у СД есть. Да, так, есть у ТП у Барсика. А есть ли ТП у вражеского Блейда, либо Шедоухантера? Ну, заодно еще санигилировали. А тот решает пойти дальше в размен баз. Это грамотно. Пока мне убивают экспанд, я попробую убить еще и мейн. Катабру. Но снова АСД на шаг позади. Снова он не заметил, как Катабр заложил экспанд. И он этого не видит. И думает, что сейчас он опережает своего оппонента по скорости уничтожения баз. Здесь мы делаем ТП. Все-таки будем драться, потому что есть магаз. Под магазом Барсик не должен умирать. И начинается бой, который выгоден, безусловно, Катабру, поскольку у него... Так, у него, кстати, supply блок, и он не сможет подзаказывать, но он сражается у себя под магазом, он, соответственно, у него растет экспанд, который вот только-только что достроился, потому что доложил пизант, то есть пион зеленокожий пролетарий, что дело сделано, и начинается подзаказ. Нет, не начинается подзаказ, у Катабра нету саплая. Там бегает только один пион и носит золото. Не так все радужно, кстати говоря, получается. Нужно срочно заказывать бурала. Ну, сейчас тут уменьшают стремительно лимит синему. Кадои там, конечно, взаимно погрызли друг у друга юнитов. Кадои вообще, конечно, странные существа. Вроде едят травку, а если надо, могут сожрать и арчатину. В общем, всеядные твари. Вот только что красный Кадой слопал синего Гранта. Так, кто побеждает в этом противостоянии? Ну, по-моему, красный. И Зулабеп начинает свой танец. ОМГ! Отступает сразу синий для того, чтобы выйти из рейнджа и неуязвимости. Что ему-то Зулабеба убивать совершенно нечем. А там еще Блейдмаста будет Блейдсторм сейчас делать. Все, развалился синьор. Не потребовалось даже окружать. Все, что нужно было, это просто резать блейдом. 6 левела блейдмастер. И это ГГ. Ну, я не знаю. Я не знаю, какие ауты у синего. Нет, он сейчас, конечно, закажет 5 рабочих. Что у него лимит освободился. Но... Так, подождите. Ну да, нет, ну красный очень быстро уничтожит. Давайте уничтожаем мейн. Понимаем, что есть еще экспанд, поскольку не откроется нам соперник. И спокойненько ищем экспанд. А тут еще одна нычка от синего. Ё-моё. В Катабра временно вселился мистер Мун. Который говорит, ребята, надо выращивать экспанды. Экспанд — это успех. Залог, залог вашего триумфа. Экспандов мало, не бывает. Да и много тоже, не бывает экспандов. Экспандов всегда должно быть максимальное количество. Ровно по числу нычек. А может быть и больше. Ставьте дополнительные экспанды в центре карты. Мало ли что. Грабеж. Да давно уже надо, наверное, было сделать этот грейд Катабру. Как Катабру, так и АСД. Наш город напали. И сейчас запалят нычку. Да, запалят, запалят. Этот Спирит Волкер... Очень удачно зашел, очень удачно. И он сейчас докладывает своему генералу, мол, монсеньор, генераль, враги вырастили несанкционированную, незапланированную, несогласованную нычку. Прошу вас принять меры. Кстати, уничтожают и красному орку тоже здание. Но Блейд может в солягу побежать, если честно. Зачем все армии здесь лупить по... Тут здания и так умрут довольно бодренько. Все в руках сейчас у... Хотя...
Вот единственное, чего не хватало АСД, это дополнительного хамства на карте. Надо было расхамиться. Надо было строить другие здания. Ой, Блейд, да нет, конечно. Как ты убьешь шестого Блейда? Вообще даже забейте. Просто кидаем сетку. Да на героев кидай. Убей ему героев, это будет ГГ. Так, ну я надеюсь, у АСД есть еще здания. Это будет очень тупо, если зданий не будет. На наш город напали. А у него нет голды. Хотя бы Бору надо. Ё-моё. Ну вот снова мы видим типичную ситуацию для Варкрафта, когда один из оппонентов неплохо шарит в макро и успевает ставить ключевые здания, а другой лучше микрит, но при этом сейчас, судя по всему, проиграет, поскольку не успел позаботиться о фундаменте своего будущего. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вся огромная армия АСД вынуждена теперь дефать. Да зачем уже этот харас рабочих? Он уже никому не интересен. Грант умирает. И Блейдмастер попробует. Да зачем тебе этот харас рабочих? Ты снова пропустил нычку. Господи, АСД всегда на шаг позади. Всегда. Как только он находит какой-то экспеншн, у синего орка уже есть дополнительный экспеншн. Блейдмастер, Блейдсторм, но он не убьет. Не убьет экспанд. Он, конечно, прекрасно повертелся, и честь ему за это и хвала, но... И тут он сейчас с ужасом увидит еще одну нычку. Боже мой, думает АСД, какого черта? Откуда столько? Да что ж такое? Ну, здесь, наверное, сказался тот момент, что у Катабра, во-первых, благодаря... Вследствие хараса АСД, да, все, сейчас противнику откроется АСД, увидят все его здания и ГГ. И ГГ. А волки уже под инвизом. Пойди ты их попробуй остановить. Да, совершенно неожиданная развязка. Я уж думал, что все, синему ничего не остается. Но нужно было, наверное, все-таки не идти в размен баз, хотя вроде логика подсказывала, что идти как раз нужно было в размен баз. Довольно много голды у Катабра, правда, снова здесь порезали рабочих. Армия стоит на дефе последних зданий, ему нужно срочно что-то строить, конечно же. На всякий случай, мало ли что. Ой! Блейд очень сильно бит, у него инвул есть. Все нормально, но может из Гекса не выйти. Нет, все хорошо. Все хорошо. На крайняк Зулабеп мог еще станцевать. Станцевать джигу-дрыгу, польку-бабочку или краковяк. И Блейду бы полегчало, потому что смотреть на этого танцующего урода очень сильно поднимает самооценку. Сразу понятно, что ты не самый бесполезный, никчемный кусок на этом свете. И что некоторые двигаются еще хуже, чем ты. И это сразу дает какую-то вот ауру неуязвимости, непрошибаемости. Блейд прекрасно работает на харасе. Может, не все так плохо у АСД. Все-таки армия стоит и чекает на всякий случай, ну, соответственно, защищает базу. Единственное, что голды нету. Голды нету. Непонятно, как... Он может бесконечно, конечно, гонять этого несчастного Катабра, которого 1000 голды, он может построить еще одну нычку. Легко. Были бы рабочие. А тут один магаз. Ё-моё. И невидимые волки. 100% будут невидимые волки. Но здесь очень много спирит-волкеров, кстати. Поэтому надо еще сплитить грамотно этих невидимых волков. Хекс? Да нет, не убьют. Блейд очень плотный. Все-таки агильщик, он неуязвим к такому... к дэмэджу физическому. Не то, что неуязвим, но его крайне тяжело прошибить. Вот мы увидели пингвина под виндволком, или кто это был, не знаю, петух, голубь. Так, все-таки нычку-то закладываем, она строится. Чья-то нычка красного, конечно. Но вот тут прям беда. Невидимые волки, это... Подождите, а это, по-моему, видимые волки, лол. Он что, на 5-м левеле взял Chain Wave, что ли? Или он на 5-м левеле взял... Просветку, чтобы Блейда... Может быть, он взял просветку, чтобы Блейда светить.
Ну как бы сейчас помогли волки под инвизом. Есть еще немножко базы у красного. Волки, конечно, отменяют здесь экспанд у красного. Тут нычка еще жива, тут нычка еще жива. Деньги. Есть. А лимита нету? Лимита нету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так надо строить бурава по всей карте. А что делать? Так, у Катабра просто не остается лимита на рабочих. Ё-моё. В общем, размен продолжается. По-моему, на мэне там у синего орка ничего не осталось. Буквально два хлипких, дышащих на ладан. Две избушки. Кошка, отвали, а ну что ж такое? То Машка, то кошка. Что ж за... Что за харас идет? Сэм, что тебе сейчас надо от меня? Это у них какая-то компания против меня, я чувствую. Так, Blade Master, Blade Storm минус Expand. Ну, я думаю, Blade даже под инвулом успеет дорезать эту ратушу. Давай, 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 давай. Раз, два. Подожди, а ты уйдешь, друг? Окей. И там сверху тоже нычку убили. Теперь... Ой-ой-ой, Блэдмастер, последний выстрел! Ай-яй-яй, а денег нет. А вы держитесь. Ну, конечно, я понимаю желание зарезать последний оплот... экономической обороны Катабра, но не ценой же собственной жизни. Теперь придется все продавать. А герои 6 или уже там, наверное, даже 7 левела стоят очень дорого. Кот, ну ты че? Я сейчас тебе тоже сделаю Blade Storm. За хвост раскручу и выкину. Тупое животное, а? Слушайте. Слушайте. Ну, самое стрёмное, что... Так, стоп. Деньги... Лимита нету. Ё-моё. Лимита нету. Вот в чем проблема. Деньги-то есть у АСД. У него нет лимита. Но есть армия. А у Катабра два героя. Гоблинский резак. И Барсик 6 левела приходит. Блейда нет. Нам уже ничего не страшно. Shadow Hunter бежит кинуть хекс, потому что, ну, это ченнелинг спел, его нужно остановить. А его самого хексят. Ха-ха, лалка. Лалка, минус два здания. Shadow Hunter 7 левела. Но кому ты нужен со своим 7 левелом? Нет, можно попробовать убить. Можно попробовать убить. У него инвул. У него инвул. Не-не, ребят. Попытался заблочить Shadow Hunter хекс. Хекс. Диспел. Что такое? О, последний магаз. Господи, волки. Последний магаз. Неужели больше ничего? Ничего нету красного орка. Он бросается в отчаянную атаку на синего, пытаясь каким-то образом отжать героя. Но волки, волки. Что вы будете делать с волками? Там осталось два хлипких здания. Одно уже почти развалилось. Боро тоже там покосился уже в сторону, от него шлакоблоки вылетают. Ё-моё. Знаете, что бы я сейчас сделал? Я бы, если у Барсика нет невидимых волков, а у него их нет, блин, я бы на 1000 голды купил все-таки книгу забвения, качнулся бы в невидимых волков, и там ничего нельзя сделать. Ну, то есть... Мана, мне кажется, у спиритволкеров закончится гораздо раньше, чем мана на невидимых волков. Тем более инвизных нужно диспелить с упреждением, а это очень тяжело. Их можно сплитить и, ну, прям вот вообще вынести все мозги. Дирижабль, какая-то другая идея у Катабра, он куда-то потратил, ну, на дирижабль эту голду. Лимита у него нет совершенно, рабочих у него, видимо, тоже не осталось. Поэтому его задача просто убить красное здание. Здесь, ну да, вот вообще ничего нету. Они видят друг друга прекрасно. Они знают, сколько у кого зданий. И здесь уже Бороу не спрячешь никаким образом. Никаким образом не может спрятать Бороу несчастный АСД. И вот он, волк. Диспел. Ну, тут даже по одному
Кусю хватит, чтобы медленно, но верно, не мытьем-то катанием, все-таки да, добить эти здания. Да, ветшают, ветшают орочи логово, не осталось там пионов и, ну, в общем-то, обречен на СД. Кто бы мог подумать, что... Вот они, мне кажется, два волка, которые идут заканчивать игру. Кто бы мог подумать, что, выиграв по армии, АСД проиграет эту игру, просто уполовинив население соперника, даже практически истребив все живое у своего визави. А все, что нужно было... А может быть, он сейчас дирижабль поймает? А неким, да? Ни одного райдера не осталось, ни одного райдера. Кодоме надо жрать волки. Нет, ну все, ГГ. Высаживаемся, полный фокус по бору и... Да, ничего не сделать. Побеждает Катабр, и в очередной раз, по-моему, это вторая игра подряд, когда соперник, который уступал в микроконтроле своему оппоненту, значительно превосходил его в макроконтроле. Заметьте, АСД всю игру был на шаг позади, он постоянно не успевал отслеживать новые экспанды своего врага. И когда он обнаруживал один экспанд и начинал работать над его уничтожением, Катабр успевал, находил время, улучшал эти вот драгоценные секунды, чтобы воткнуть еще одну нычку. То есть он всегда был на шаг, на один шаг ровно впереди своего оппонента. И в этой игре макроконтроль одержал убедительную победу над микроконтролем. Вот такое, наверное, резюме, такое заключение мы дадим этой игре. Спасибо всем, кто смотрел. Может быть, это была не самая, наверное, увлекательная и захватывающая игра. Но, тем не менее, я думаю, что развязочка этого противостояния многих из вас порадовала. А кое-кого, кое-чему наверняка еще и дополнительно научила. Ждем новых выпусков. До встречи, ребята. Помните, что у нас есть группа ВКонтакте. И в этой группе ВКонтакте у нас есть много разных опций, разных развлечений, в частности, зал славы, куда попадают все, кто хоть раз поддержал рубрику «Топ самых щедрых из них». Прямо сейчас у вас на экране. Это самые почетные зрители нашего проекта. Все, это был Бонневур, аспирант сайт goodgame.ru. Пока!